Необычные разноцветные скамьи украсили улицу Волжскую. Саратов готовится к празднованию 428-й годовщины со дня основания. На новой пешеходной зоне установили так называемые арт-объекты. Лавки сделаны из поддонов. Сами места для отдыха раскрашены в яркие цвета и накрыты красными пледами. Не все горожане оценили такую красоту. Некоторые посчитали, что скамьи выглядят дешево, а им хотелось бы чего-нибудь поизящнее. Мнение об изменениях на Волжской далее в нашем опросе. Скажите, вот вам нравится, как украсили город? Эти яркие скамейки вам нравятся? Вот покрыть этим зеленью. Ну, особенно зеленый цвет. Очень симпатично. И вообще красочно. Честно скажу, красочно. И вообще этот вот построенный пешеходная зона, меня, например, только радует. Сделать здорово. Грубо. Обработано грубо. А вообще для чего? Я не поняла даже. Мне лично нет. Почему? Объясните. Ну, я не знаю. Мне кажется, как-то можно было поинтереснее придумать. Это мое личное мнение. На вкус цвет, конечно, товарищи нет. Пока еще не очень видно, чтобы что-то украсили. Хотелось бы, чтобы побольше было. А вот эти скамейки вы оценили? Ну, хотя бы бюджетно и вполне. Можно хотя бы хоть что-то, хоть так. Как вы считаете, именно такие скамейки лучше всего устанавливать? Нет, я бы выбрал другую форму. Поизящнее? Да.